Мария. Мам, ты говорила с папой? Мария, не начинай опять. Я тебе 100 раз говорила нет. Ну почему? Неужели ты сама не понимаешь? Да что с вами? Мы поругались. Поругались? Да, поругались. Я спросила у мамы про собаку. Мария, ты опять начинаешь? Вот упрямая. Подожди, дорогая. Мария, какая собака? Красивая, папочка, очень красивая. Как Бетти. Помнишь Бетти? Бетти? Дорогой, это соседский лабрадор Бетти. Мария уже целую неделю мне говорит про эту дурацкую собаку. Не дурацкая, не дурацкая, а очень красивая. Мария, а куда мы денем Боню? Она тебе уже не нравится? Боня злая. Но ты ведь сама умоляла нас взять Боню. Вспомни. Мы с папой говорили тебе, что это серьезная собака. Через год ты скажешь то же самое про эту? Нет, мамочка, не скажу. Будьте добры, она всегда со мной играет. А Боня злая. А лаять я ее боюсь. Мария, так ты хочешь лабрадора? Да, папочка, пожалуйста. Господи, ты хочешь вторую собаку? Да. Зачем нам вторая собака? Ну, мам.